Ребят, это капец. Я крепление вырвало. Крепление повырвало. Быстрее за ним, Его лыжи улетели. У тебя крепление вырвало. Крепление вырвало. Капец. Чего? Капец полный. Ну, блядь, эту хуйню можно купить будет, я слава богу. А для меня крепление, это пиздец. Сейчас я ботинки тебе стегну. Ёпта. Капец. Они их отсюда вырвало. Их вырвало, глянь. Они, сейчас я по уши погнулись даже. Охуеть. Фу. Короче, они вот так стояли, пластик не выдержал, ага. И они вылетели. Так. Очень ты все равно стегнуться можешь, если ты... Да, я все равно стегнуться могу, да, но если у меня лыжи отлетят, то минус лыжи. Ага. Нормально. Ну, короче, бать, купи мне новое крепление, называется. Ну, зато хоть какое-то веселье появилось у нас. Да, разнообразие. Ну, наконец-то, хоть у тебя какое-то разнообразие контента будет. Фух. Так. Капец, что я могу сказать? Это было жестко. Да. Это из рубрики «Не пытайтесь повторить». Ну, хотя нет, оставлю все на память. Так. Чтобы мне их течь куда-нибудь. Фух. Хоть бы то ключа дома не проебал.